Уже более 20 лет в городском округе Люберцы работает компания, которая выпускает безалкогольные напитки. Продукция предприятия представлена на полках крупных федеральных сетей, а также локальных торговых точек. Наша съемочная группа увидела, как проходит производственный процесс. Это предприятие, без сомнений, можно назвать одним из самых инновационных в городском округе Люберцы. Основные этапы производства происходят без вмешательства человека. Все от обработки, стерилизации тар до розлива и упаковки в автоматическом режиме. Но несмотря на высокие технологии и автоматизированную систему, без человеческих рук на предприятии никак. В компании, расположенной в поселке Малаховка, трудится более 500 сотрудников. Большая часть – жителей городского округа. Мы сегодня с руководителем обсудили ряд направлений, по которым будет двигаться завод. Мы будем поддерживать всегда те предприятия, которые смотрят вперед, развиваются, дают рабочие места. И в таком направлении компания двигается, несмотря ни на какие вызовы. Из-за санкционного режима были проблемы с поставкой запчастей для импортного оборудования. Сейчас проблема решена, найдены аналоги. А что касается объемов производства, то они не упали, а наоборот, выросли. В 22-м году мы увеличили производство приблизительно на 15-20%. Приблизительно такой был рост у нас. В цифрах это 300 миллионов единиц продукции. И 250 наименований напитков. Практически вся линейка безалкогольной продукции. От питьевой негазированной воды до лимонада и сока в стекле. Все, что производят на этом заводе, представлено в 40 регионах Российской Федерации. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.